Секретная информация для строителей. При изготовлении раствора мы добавляем жидкое мыло. Ну, можно обычный шампунь использовать. Это позволяет сделать песок. Он тяжелый, он садится на дно, а шампунь не позволяет песку так быстро опускаться. Ну, вот такая вот интересная рекомендация. А руки, которые вы видите, это мои вторые запасные рукавицы. Рад был, что вам понравилось.